Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас, как обычно, будет трешечок. Будем пробовать ролить чары. У нас есть коробочки, и мы будем пробовать сегодня выбивать интересные чары. Надо переролить на архидемона некоторые, возможно, пиромагов с ловями, и на некоторых героев, в особенности на Бигфута, которого мы будем тестить очень скоро. Так, четвертый пиромаг нам не нужен. Доспех. Был бы он пятым, было бы неплохо. Так, это не то. Ну, чуть-чуть, видите, не хватает. Но сейчас мы не все-таки будем ролить дальше. Будем искать пятерки. Четверки я ставить не буду. Смысла нету силу понижать. Да, если ставят, то самые топовые чары уже. Блин, ну четвертый пиромаг. Дайте пятого уже. Передача энергии. Хорошо, когда есть коробки. Так, ослеплялка, не то. Издеваются просто. Троллинг. Троллинг от коробок. Так, не то. Да что такое? Ладно, заменим. Так, это у нас Бигфут. Вот, на него надо нам либо пятерку победный, либо доспех попробовать словить. Почему? Думаю, вы знаете, либо узнаете. Наконец-то, блин. Хорошо, здесь, кстати, пиромаги падают. Так, на Фрея мы выбили. Для архидемона. Так, кто там у нас еще? Стрелок. Так, надо еще Вольту вытащить. Опять четверка. Ну. Это жесть, ребят. Просто тупо издеваются. Жесть. Именно падает то, что нам надо, только четверка. Именно четверка. Хотя на русском даже так не падает, я вам скажу. Смотрите, ну это просто жесть. Так, ладно. Пора врубать читы. Такс. Тот жесть, некуда деть. Да давай уже. Да уж. Так, ну доспех, ну чё не пятый?
Просто жизнь, боль. Чувство, когда у тебя на аккаунте все пятерки, и тебе только цепит четверки. Чисто принципиально не буду менять героя, буду чисто на нем ролить. Именно на бигу. На биге. Короче, будем сейчас вот так вот делать. Будем троллить коробки. Это вообще печально все. Да давайте уже, ну. Это именно тот герой Бигфут, изнасилованный чарами. Это жесть. Где пятерка, блин? Где доспех либо победный пятеркой? Пиромага, давайте пятерку уже запарили. Четверок этих накидали. Уйду я от вас опять обратно на русский сервер. Можно было, кстати, ослепление кому-то другому поставить. Так, тут победный, поражай доспех, передача, доспех. Хватает у меня тут ослеплялок. А кто у нас? Ты кто такой? А ты кто такой? Леди Лео. Поставим на Леди Лео. Поехали дальше. Ух, это жесть, ребят. Жизнь, боль. Когда не падают пятые чары. Ну, хотя они и так редко падают с коробок, я это уже показывал. Передача. Передача, передача. Кенди. Ну, кинем на Кенди, пусть будет. Блин, ну мы хоть один победный пятый словим или нет? Чё, блин, за фигня? Просто троллят. Blade Knight. Он мне нафиг не нужен, у меня их уже хватает. Так. Придется опять копить коробки. Эх. Темплар. Блин, вроде неплохие чары падают, но когда у тебя уже куча пятерок, и ты ищешь либо пиромага, блин, хотя бы одного, либо
пятый победный, либо доспехи, они нифига не падают. Что чувство, когда рандомчик в тебя не верит? Ой, так. Сюда будем метеорами когда-то плеваться, я надеюсь. Цирки. Кстати, у меня на аре плюс одна клетка стоит. В принципе, неплохой вариант. Где я? Что там у нас? 150 попыток. Ой, и все печально. Плюс одна клетка. Так, ну поехали дальше, что делать. Надо все-таки нам еще одного пиромага словить для Вольта. Пиромага словили. Где там наш Вольт? Почему пиромаг? Потому что ассасин бьет. Блин, что на пятерка? Бьет вблизи, пиромаг дальник. Поэтому пока он будет добегать до цели, еще экономит немножко времени. Поэтому дальником желательно ставить пиромагов. Там у меня еще, по-моему, пару героев нуждаются в пиромагах, надеюсь. Достанем. Но это не точно. Ой, блин. Конечно, классная чара тоже, но, блин, из-за кулдауна печально все. Вот это, кстати, можно попробовать поставить пока временно. Сейчас попробуем, если не выбьем. Ну, хотелось бы, блин, ловить победный на атаку пятерку, потестировать с отражалкой, как на Рину. Четверка. Хотя, в принципе, пиромагов натащили, хоть это радует. Потому что с предыдущих роллингов, если смотрели, там у нас были почти везде. Сасины, так, у нас тут. А, у нас, кстати, здесь еще нету чары. Можно и сюда поставить какую-то интересную. Так, ну let's go, let's go. Блин, опять четверка. Ну блин, ну что за западло.
Когда не надо, их падает на русском, это офигище. Когда ищешь именно одну чару, то, по-моему, нифига. Доспех. Говорю, доспех, хранитель леса. Хранитель леса. Можно, в принципе, поставить, пусть пока будет. Все равно атакующего плана ее собирать не буду, пока не будет скина. Silence shot. Блин, ну падают сволочи, но не те. Жесть. 20 минут, блин. Надо будет еще на китайке точно так же, когда архидемон выйдет, потрешивать. Вот мне, кстати, хранитель леса немножко понравился. Конечно, не особо до конца, но... Так, ослеплялка. Вот че, кому тут ослеплялку такому? Никому даже ее так особо поставить. Ставим. Да. Так, 34 попытки. Дайте, блин, хоть один пятый доспех. Кстати, тоже неплохой талантик. Чара, точнее. Но не на всех героев подходит. Так, хранитель. Ставим хранителя пусть. Хотя на PvP локации слеплялка очень кайфовая вещь. Но опять же шанс срабатывания. Будет 30%. Блин, ну это жесть, конечно. Можно было бы, кстати, на тыковке потестить, но вроде лучше пермага ставить. No comments. Роллинг. Так, 7, 6, 5. Жесть. Конечно, слеплялки падают, я уже устал. Челка. Четвертый. Будем опять копить. Сумма 500. Все равно смысла нету их так за самики открывать. Так, окей, что там у нас осталось на нем? В этом несчастном бигфуте.
Ну, попробуем такой вот вариант. Так, ну хотя у нас тут крит сопротивления, тут нужно будет переролить, наверное. Давайте переролим еще. Надо было это не сейчас делать, ну ладно. Жизни надо немножко ему. В принципе, можно и уклонение какой-то части, возможно, иногда оно спасет. Попробуем такую связочку. Жизни неплохо было бы словить. Я сказал жизни, а не уклонений. Да уж. Сейчас чувствую, мы на роли. Так, можно, в принципе, крит резиста. Берем что-то среднее. Не хочу я очень топовую сборку собирать. Попробуем такой среднячок. Прям среднячок. Точность. Думаю, ну, точность не будем. Он у нас 12-12. Так, жизни неплохо было бы. Так, отлично. И... точность. Вот такая вот сборка будет самая оптимальная. Так, ну все, пишите комменты, что вы думаете по поводу этого трешечка. 20 минут мы ролили чары для одного героя, и в итоге мы нифига для него не выберем. Все, всем удачи, всем пока.